Я слышу их, ребят, я слышу фриканов, надо сейчас их выманивать. Но у нас, кстати, неплохие шансы сейчас уничтожить Орду. У нас много чего есть. Я думаю, даже фугасик бросим один. Началось. Такое ощущение, что они вокруг меня где-то бегают уже. Зачем вторую бросил? Ну ладно. Спасибо. Вспомнил времена первого прохождения. Удачи. Спасибо, грибочек. Спасибо, ребят, за поддержку большое. Там местные. Давайте натравим на мародеров. Они, смотри, отбиваются. Помогут мне. Одного уже сожрали. Ой, а тут еще, блин, тут еще фриканы. У меня патрон заканчивается. Блин, ну сложно с ордой тягаться. У меня вообще все очень быстро заканчивается. Да. По-моему, в обените. Так, что делаем? Я предлагаю добить манкомов. Нет, не получится, их очень много. Мне не хватит манка. Эх, отдача какая, 9-миллиметровки. Да сколько здесь фриканов-то? 75, что ли? Сколько тут, я не помню. Ну, довольно-таки много. Мне кажется, больше полтинника однозначно. Эх, как больно было сейчас. Не понял, почему так. Так, пистолет, автомат вообще закончился почти. Спасибо за рейд. О, Катя зарейдила. Спасибо. Так, и все, и у меня пистолет. Блин, у меня все патроны реально закончились. Вот вам, ребята, и сложность суровая. Оружия-то вообще нету. Не, я мог бы, конечно, гранатами, но я пока экономлю их. Да блин. Фух. А, это Уэстфер, это не Вапените. Понятно. Подожди, а, Вапените ниже вроде, да, Лео? Она где-то здесь вот. А это я выше поднялся, точно. Маленько не то. Так. Штук 50, а точно 50? Мне кажется, побольше.